79 год, вот песня 2019 года. В марте 50 лет исполнилось событие на острове Даманский. Так, прошло и прошло. У меня приятель живет в Сызрани, он воевал на этом острове. И все время мне говорят, напиши про Даманский, напиши про Даманский. Я говорю, ну я не могу так на заказ писать. Но, видно, тема такая. Сейчас они там что-то просят, там, тысячу к празднику, им говорят, да вы воевали на спорной территории, вы не есть. В общем, ну, то, что 58 человек погибло, это плохо. В общем, в январе в один из дней просто, вот, я говорю, выскочило то, что вы сейчас услышите. Вдруг появилась песня о Даманском. Эй, красавицы, девчата, разукрасьте свои хаты, да наденьте самый лучший свой наряд. К вам с Даманского, ребята, к вам с Даманского, ребята, к вам с Даманского, ребята, прилетят в гости, прилетят. Кто-то мнит себя мессией, а кого-то не спроси. А кого-то полста лет на свете нет. Да и ладно, эй, хозяйка, водку хлебом накрывай-ка, да поставь к портрету этот монумент. Этот монумент. Что же осталось, дети, внуки? Давайте вскинем руки и не чокаясь, и чтобы дашь нам днесь. И, конечно, за державу, да какой тут нахрен траур, их всего-то полегло десятков шесть, их десятков шесть. У державы цель другая, цель глобальная такая, и снаружи мы воюем, и внутри. А ведь встал бы за Россию, снова встал бы за Россию тот пацан, живой вернувшийся с Уссури, если б был бы жив. Но все меньше, меньше, меньше все больше женщин, значит, есть кому оплакать всех солдат. А Даманский, он на месте.